Да и нахер, а что вы показываете? Я со мной не умею подшивать толк. Что подсказывать? Рыжая спит? Рыжая? Она спит. Ну ладно, лежи, лежи. Лежи, спи. А ты возьми мой крючок. Тот большой, легко зацепляет. У тебя слишком тоненькие. Она нитка не помещается в него, в разрез. Ну сколько еще ни разу ты не выдернул. Дать тебе? Пустое. Ну-ка. На. Подержи его, парад, я попробую. Вот держи, сейчас я посмотрю, что будет. Ой, как она забегала, да что же такое, а? Вот. Давай-ка я тебе это валяну сейчас. Да я сам, Игнатьевич. Да. Нет, я сам буду. Нет, ну я на, сам на. Буду. Зачем вам будет? Смотри, какой большой. Правой рукой шило всегда держать надо, не левой. Правой, чтобы крутить легко. Посмотри, с какой стороны красная. Поворачивай его. С той стороны разрез. Вот она где.
правой, поверни его как надо. Туда его толкай. Это дело минутное. Далеко друг от друга у тебя идет оно. Надо ближе, стежок поменьше делать. Мы сразу засыпляй, натягивай и вытаскивай. Правой рукой это делать надо, если ты не левша. Ну я левой привык. Почё? Я левой привык. А вот которая наружу, я делаю две нитки, которые стирать. Две затягивала, чтобы. Так это можешь, слушай, вот этим вот протыкай тем шилом. Ты не надо это дополнительно. Этот крючок толстый, он как шило, он не боится, что согнется. Прямо его бери и утыкай. Все. Сразу поворачивай, где надо там его. Видишь, тебе поворачивать опять назад надо. Вон она, где красная. Там крючок. А тут я подсовываю две, затягивает. Она крепче тогда. Все своими руками. А пойди куда-то. Да и никто, может, и не будет. Мастерских таких, может быть, нету. Да полно их. По всему городу. Валя наша сидит здесь. Вот наша сегодняшняя забота. Температура 35. Надо пойти на улицу, еще не ходил. Голубей накормить. Воробьев, жуланов. О, какая буска бегает. Длинная, самая быстрая кошка у нас. Ну, кто тут сидит? Ой, ой. Такого она не видала, все заслано бумагой. Она у Надежды Васильевны там оттуда принесли, чтобы она не отвыкла от нас. Вот так, маленькое дело. А тут сидит голубок. Клювик его только видать. Открыть нельзя. Это вообще не опасно. Вот он как. Вот так вниз слетел.